когда мы покидали свой родимый край. А что это ты напеваешь? Эту песню сегодня представит школа номер 97. А я впервые услышал эту песню от прадеда. Вечерами он брал баян и пел суровые песни войны. И была у него любимая, когда мы покидали свой родимый край. А мы дружно за ним подхватывали. Как же мы любили эти вечера и решили узнать, кем и когда была написана эта песня. Эта песня, донская лирическая, была написана спецкорами фронтовой газеты Матвеем Талалаевским и композитором Модестом Табачниковым как отклик на освобождение Ростова-на-Дону в 1943 году. Песня быстро разлетелась, и ее взяли на вооружение все. Когда фашисты рвались к Дону, чтобы захватить потом Кавказ, наш город стал для них заслоном. Такое было много раз. Врагов заставили бояться, стояли насмерть, как могли. Им было только 18 защитникам Донской земли. Пусть будет вечным памятником им!